Наиболее яркий факт – это в апреле месяце у нас была совместная операция проведена с Республикой Таджикистан. Как я уже сказала, были задержаны Сафаров и Искандеров, граждане Республики Таджикистан, у которых было изъято более 900 грамм героина. Также был задержан в феврале месяце текущего года Волковский, у которого было изъято более 12 килограмм героина. Кроме того, в марте мы изъяли также более 13 килограмм марихуаны у гражданки Бирюковой.